Добро пожаловать к приезду. Рад вас видеть. Уверен, что визит будет успешным. Подробно обсудите с коллегой вопросы нашего сотрудничества в военной сфере. Ну, по всем направлениям у нас дела идут хорошо. Недавний визит президента Александра Григорьевича Лукашенко еще раз это подтвердил. Мы провели очень обстоятельный разговор и широкие переговоры по очень обширной повестке двусторонних отношений. В том числе обсуждали вопросы военно-технического сотрудничества между нашими странами, который уже имеет давнюю историю. И нацелены продолжать сотрудничество в этом направлении, ну и также и по всем другим направлениям, потому что сегодня Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества. Я пригласил белорусские компании к участию в восстановлении освобожденных территорий. Я вам покажу попозже фотографии с этих территорий, которые наглядно свидетельствуют о том уровне вандализма и разрушения, которые наша земля подверглась на протяжении около 30 лет оккупации. И, насколько я знаю, уже есть интерес к участию в этих вопросах. Также в ближайшее время делегация под руководством министра сельского хозяйства Азербайджана посетит Беларусь в рамках договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита президента. Ну и по всем другим направлениям будем и дальше активно сотрудничать и поддерживать друг друга. Сотрудничество в военной, военно-технической сфере между нашими странами, как я сказал, имеет уже давнюю историю и очень хороший результат. Так что уверен, что ваши дискуссии, обмен мнением с коллегами будут полезными в деле дальнейшего развития взаимодействия в этой сфере. Еще раз добро пожаловать. Спасибо, господин президент. Прежде всего хочу высказать вам слова признательности за возможность встретиться с вами и передать приветы и пожелания мира и процветания вам и народу Азербайджана от президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Обмен визитами на высоком уровне, он всегда говорит о том, что у нас хорошее и прекрасное взаимодействие и сотрудничество. Как говорит глава нашего государства, что Беларусь, Азербайджан в лице Беларуси нашел надежную опору в Центральной Европе, а Беларусь в лице Азербайджана надежных друзей на Кавказе. И как президент оценивает у нас блестящее сотрудничество, и я скажу, он очень этим гордится. Азербайджан традиционно был нам другом и союзником, всегда играл важную роль как в региональном, так и на международном политическом поприще. Хочется высказать слова благодарности от нас за поддержку на мировых площадках, политическую поддержку, прежде всего, Республики Беларусь и вам лично. Также мы приветствуем, господин президент, те договоренности, которые вы достигли по прекращению военных действий в зоне Нагорного Карабаха. И мы просто уверены, что под мудрым вашим руководством это станет хорошим фундаментом для развития дальнейшего данного региона и укрепления мира на вашей земле. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствие. Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко просил передать и его приветствие главе государства Беларуси.